Всем привет! В этом видео я покажу классную самоделку, которую можно сделать из разбитого экрана от телефона. С помощью ножа удаляем защитное стекло. Наносим на экран спирт или какой-нибудь растворитель, чтобы он легко отклеился. Через несколько минут продолжаем разбирать экран. Разбитую матрицу убираем, она нам не понадобится. Также снимаем отражатель вместе с оргстеклом и видим внутри светодиодную ленту. Все светодиоды соединены последовательно. Теперь к ленте нужно припаять провода. Плюс будет слева, а минус справа. Наносим немного клея и приклеиваем обратно рассеиватель. Пока это убираем в сторону и берем пластиковый корпус, в котором нужно проделать отверстие. Вот так вот все получилось. За кадром я сделал еще отверстие, в которое нужно вставить клавишу, разъем и светодиод. Из рассеивателя от старого светильника я вырезал небольшой кусок, который нужно вклеить в корпус. Помещаем внутрь подсветку от телефона и приклеиваем ее при помощи термоклея. От того же телефона берем батарею и приклеиваем ее на двухсторонний скотч. Также нам понадобится контроллер заряда TP4056. Последнее, что нужно приклеить, это повышающий преобразователь напряжения. Далее все это спаиваем по схеме, которая показана на экране. Провода от экрана пока не припаиваем. Для начала нужно подать питание на плату, а затем при помощи мультиметра настроить напряжение 18 вольт. После того, как выставили нужное напряжение, отключаем питание и припаиваем провода.
Укладываем провода и закрываем крышку. Ну вот, самоделка и завершена. Как видите, это получился автономный светильник, который можно использовать как ночник. Небольшую комнату светильник освещает отлично, просто камера этого не передает. Плюс данного ночника в том, что его можно заряжать, и он очень экономный. Кому видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока!